Здоровенькие ребята, вы на канале Фордмаг. Ну что же, Валера Гостер и Катаясь в лифте 3. Продолжаем пузл, продолжаем безумие. Поэтому давайте уже оценим, что же нам сегодня преподнес. Насколько же это будет упорно, весело, а самое главное, позитивно. Поехали! Всем здрасте, всем привет. Я снова в пузле. Снова у меня вот такие крутые руки. Че, ты скучал? Здорово. Ну рассказывай, что у вас тут нового? Да что там долбится? Слушай, ну не знаю, попробуй на себя. На себя, не от себя. Мать твою. Слушай, а ты упертый. У тебя с головой все в порядке? Ох, бобы, я очень грязностенный и сверх моей униформы. Не вдупляю, что ты имел в виду, но допустим. Класс. Приветствую, друг. Меня зовут Бустер. Похож. Я буду мастером рад. Ну, есть такой бандан еще доцепить и засадить его в комнату с освещением и камерой. Вообще будет похоже на Бустера. Мастером разума и скоро презентую все свои значки на церемонии. Это мечта каждого скаута. Очнись, ты серишь. Вздох! У меня пропали мои значки. Давай искать, блин, что мы сидим? Стоим. В общем, у меня проблема, а ты выглядишь так, будто тебе нечем сейчас заняться, правильно? Смотри, как я сложил руки, типа я готов ко всему. Видал? Подними свою руку и повторяй за мной. Я назови свое имя, свято клянусь, что-то там. Я обещаю... Что-то я обещаю? Да-да-да, вы поняли, дружище. Погнали. Удачи мне тут, наверное. В лифте не насано, и все кнопки работают. Уже странно находиться в таком лифте. Действительно, ни одного граффити, ни наклейки, ни надписей про то, что какой-нибудь, я не знаю, там, «Эй, здорово, я тебе врезал» или «Хуй нарисован, да, блядь». Даже как-то удивительно. Немножечко непривычно. Господи, ну и рожа. Первый этаж. Алло, дверь. Эй, откройте. А нет, насчет кнопок я походу погорит. Я что, застрял? Ам-нам-нам-нам, на меня есть сумка, мою руку ест сумка. Выпустите с лифта. Да меня любой устроит уже. Нет, что-то родное в этом лифте есть. О, ну неужели? Первый зал. Крош, с тобой все в порядке вообще? Да нет, какой-то странный крош, скорее больше похож на какой-то неиспользованный дизайн из смешариков. Ёлки-иголки! Джуди Хоббс там еще в клетке. Я буду гонять мороженое по рельсам? С этим пока сложно. Второй этаж. Нет, спасибо. Правильно, а то сейчас выйдет еще наш замечательный мальчик Ака, и будет вообще страшно. Третий этаж. Да вы задали... А это что, блин, один... Ась на три топора, один XBET, господи, уйдите, изыдите отсюда! Да ёба, на каждом этаже казино. Здравствуйте. А здесь много автоматов разных. Это не выглядит бесплатным, и это меня расстраивает. А тут что? А, блин! Здрасте, денег нет. Здорово. Что, а, нет денег. А так сыграем? А, игра в стаканчики, в этом я мастер. С такой скоростью ты, конечно, в этом бизнесе прогоришь, пацан. Это очевидно, господи. В смысле? Это на... Дай сюда, мышь. Слышишь, Леопольд, давай без херни. Еще раз. Здесь. Держу. Я прям вцепился в нее. Угу. Че ты, Читас, тут месишь? Вот здесь, здесь, здесь. Да ты... Какого хер? Это нечестно. Еще раз. Так, ну-ка... А, слышишь? Ах ты шутняра грёбаный, а? Хитрожопый! Это что за система? Я тебя засужу. Я даже не знаю, кто из вас крыса больше. Пойду в другое. Снова ты. Опять. А здесь в чём подвох? Ну обыграть же все-таки его как-то можно, то есть посмотреть под эти трубки и поняв, что там можно, как сказать, это, всю эту схему разрушить. Так они не лопаются, слышишь? Так их невозможно лопнуть водой! А я не могу тебя пристрелить. А если я заряжу пушку... А, нифига ты что, обалдел? Аттракцион говно, верни деньги. Я за моральный ущерб конфискую у тебя вот эту штуку. Что, обалдел, блин? Может быть, сюда суется? Повал. Оно застряло. Отдай теперь! Слышишь, где Леопольд? Я не хочу... Да ёлки! Да какого? Я рот топтал этого казино. Я пошел отсюда. На третий этаж. Не понимаю, что я жалуюсь, все было бесплатно. Третий этаж. О, как здесь все много. Я. Это типа отель. И очередное казино. Здравствуйте. Добрый день. А можно? А я это... Твой напарник жмот. На. Видишь, я поделился. Давай сюда.
Ну тогда и ты отдавай, что ты схватил? Да. Да почему это яблоко такое багатое, блять? Дай! Хочу. Не, если бы яблоко Эдем был бы, там вообще был бы пец. Клубничку. Ну, больше, конечно, грушу хотелось бы. Но я не откажусь от винограда. Хотел клубничку, получил залутат. 304-я открыта. Извините, тетя Клопа, вы... Опа-ля, огромная квапиха. Видите? На, на, на. А что слушаешь? Это что, СМР? Я что, засыпаю? А, бля. Что-то прекрасное. Honkai Star Rail. Без... О, нет, это, конечно, круто, отрубят на аппетита, а мы продолжаем. То есть вы ничего мне не дадите? Ты таракан? Или нет. Краб? Или рак? Клещ? Извините. Я еще приду. Комната 302. Здесь закрыто на шахматы. Но белые ходят первыми, вот сюда и все. Мат. Разберемся. Нет. 306. У вас что-то с дверью. Ты же администратор, что с этим делать? Я не угрожаю, а я не так? Просто спросить. А в чем проблема, дружок? В чем проблема? Ну, яблоко мне уже нельзя заплатить. Ладно, ты шуганый какой-то парень. Что мне с этим яблоком делать вообще? Сожрал! Вот ну, так... Да, карамельное яблоко, вкусное. Странно, что он не правил это в первую очередь. Так это же рычаг. Чпеньк, погнали. Я их кручу до тех пор, пока не пойму что-либо вообще. А крутить придется тогда долго! Зажечь от одного факела все! Я не тупой! Давай, давай, давай. Чувствую себя каким-то РЖДшником. Ага. Yes! Ей! Ты видел? А, ну да, ты невменяемый. Примерно с таким лицом я эти квесты... Я не могу, реально лицо какое-то прям жуткое, знаете, как луна из маски Маджоры. Просто... как будто сейчас упадет на тебя. Ты прохожу. Зайца у нас закупидонила здесь. Ля свиньи, что надо? Не подходите, у меня стрела. Была. Так, чемодан. Там пульт от телека. Виноград, клубника, груша, я помню. Ну шо? Умный, да? Я пошел к бабке-таракашке. А какой ей смысл от телека, если она дрыхнет, блядь? Проснись, кому телек чинил? Чё-то я не вдупляю. Кого? Слышишь, я не буду с тобой спать. Не, бабуль, давай-ка ты угомонись. Ладно, разик можно. А подушки нет, а одеяло? Так, а... Да и так сойдет. Видно, матрас мягкий, советский. А это что? Назад! То есть я не могу обойти и взять билетик. Мне нужно управлять радиобабкой. Я правильно понимаю вообще, что... А, я, конечно, все понимаю, но что-то там особо какие-то сны бабки, что он так спокойно руку кидает. Что происходит сейчас? Вы, бабушка, что там смотрите? За товарища Ленина или что-то другое, а? Ладно, типа... Стоп! Командная работа! Только сожри. Что ж, ты поприличнее будешь. Спасибо. Приятный таракан. 304? Ну да, на что я надеялся. Может, сюда? Опа! Кого? Чё? И зачем мне столько кнопок? А, это выход за... Чем? 2 рубля. Я за кулисами. Вот эта система этого кота с камерой. Отсучая. Сейчас я ему тут все починю. А, это для шахмат. Не накручивай себя, все в порядке. Сейчас я тебе устрою конкурсы. Что так просто? Мне что, 0 лет? Умный я. Очень умный я. Здравствуйте, я... Ваш врач. Да. Мать твою, это что, там реально что ли его сердце что ли, блин, бедняга? Вы заболели, это все от сыра, давай сюда. Вам нельзя. Сука, ты падла. Тогда я конфискую второй. Соблюдайте диету, не больше куска в день. Молодец, реакция есть, это была проверка. Скальпель заберу, потому что я врач. А здесь... Что я, посмотреть? Типа я вообще здесь все трогаю, если что. Да мне можно здесь все трогать! Чё вы такой подозрительный? Всего лишь пришел какой-то хрен с растягивающимися руками. Как будто вы такого не видели, господин Клоп. Лучше не беси, у меня микронож. Дай коробку. Пошел нахер, все, я еще вернусь. Доходяга, хоры, круги нарезать. Пора обедать.
Я хочу скрысить крысу, иди сюда! Надо еще сыра ему, короче. Да сейчас я тебя так откормлю, к лету не похудеешь. Ищи тренажер получше. Так, знаете... Все-таки я ваш врач, и я решил, что никакой диеты, а просто у вас непереносимость сыра. Дайте сюда. Мне нужен еще один кусок, слышишь, таракан. А, то есть на столе не появился новый? Иначе я этот палец засуну в попу, ты понял? Мокрее или... Сыр, давай! Либо я сейчас вырезаю вам семью. Ты что жрешь его? Дай сюда. Тогда отключайте от аппарата жизнеобеспечения. Жизнь или сыр? Эй, это Хэллоуин! Как это вырубить? Попробуем одну игру хотя бы у него выиграть, может получится. Что такой недовольный? Не ожидал, что я еще больше крыса, чем ты? Ей, кошачьи бубенцы у меня. Итого у меня в штанах. Отлично. Есть непонятная микроштука и бубенцы. В принципе, жизненно. Я так понимаю, это твое. О, отлично. А за каждым аппаратом с Пепси портал в ад? Не знаю, но обычно за порталами, точнее за автоматами с Пепси я находил очень много страшных вещей. Много использованных упаковок от всякого и... Почему-то кто-то под них ссал, я никогда не понимал, зачем люди это делают. Это что, анимешная ваза? Да. На это распространяется? Как бы сказал Сюз, как там это, Великая Потир, или как там он называл это? А, как он называл Мисс Чалис. Правило 34. А ты меня видишь, или я призрак? Чё ты орёшь на меня, слышишь, унитаз? А, это душа вазы. При жизни ваза была живой. Чё за... Что происходит? А, теперь я могу трогать некоторые предметы? Ууу, я призрак! Что, я помер, что ли? Круто, забрался за автомат с фруктами, за газировкой и просто, блядь, сдох. Я стал тараканом! Мистер Привидение, подождите. Да стой! Я понимаю, привидение и все такое, но... У него вообще-то сердце сла... Какого хрена, блядь? Ой, тектоник, ты мы же сердечник. Хотели. Все нормально, я починю. А, ой. Только не баб. Просев тупой респект, пипец. Она миленькая. Нет, не лезь в старую, ну куда ты? Вылазь из бабки. Да что здесь нахер происходит, блядь? То кота пытаемся обмануть, то у бабки билет пытаемся забрать, то в итоге, блин, пришли за сыром, а в итоге эти... Этот клоп был из тех, кто просто любил сыр. И просев. Какого черта? Спасибо. Все, ваза довольна. Ау! Плохая ваза. Отдай сюда. А, кстати, сыр где? Музыку слушаешь? Нет? Может быть, урна? Пилка для ногтей? Ну что-нибудь приглянулось, посмотри. Подсказки будут, слышишь, помоечный? Ну-ка, иди сюда. Живи, заяц, живи! А, вот так это чинится? Оно, значит, лишнее. Я могу обратно его возродить? Ну-ка, признавайся, где пароль. Ух, успели. Что? Ну-ка, дай я в тебя войду. Ах ты, засранец, шпоры сделал. Я ж сказал, я доберусь до этого сыра. Добавка. Мне даже тебя жаль немного. Слишком отожжатый. Джекпот! Слышишь, только не тряси его, он поел. Опять. Сейчас... Сука, я так и знал, что здесь эта отсылочка будет, уважуха. Сейчас там вырвет, слышишь? Ё-моё. Ага. Ой, а что-то не так, что ли? А что не так? Давай сюда. Закрывай свою лавочку. Еще давай. Что ты, съехал? Кнопку мне отожми. И что я могу получить? Таблетку? Да. И куда я? А, это штекер. А, точно. Это школьный туалет? Это комната первого этажа. Что-то... Нихера себе, какая красотища-то сверху, а? Что-то крутится, вертится все. Фигурки можно переставлять. Это что, настолка какая-то? Я вам сейчас перепланировку сделаю. Что с этой черепахой делать? Куда ее ставить? А если я их выстрою правильно, я смогу там походить? Вон она что, пихалыч. Опа. Я себе проходы делаю. Мне позволили забрать ключ. 309, ага. Так. А, так просто. А что? А вы не знали, что так работает? Здорово. А ты типа швея? Рубай, дома не гоняй. О, это мне надо. Налево, вперед, вперед, направо. Что это было? Налево, налево. Честно сказать, я сам не знаю, что я делаю. Но я починил воду, то есть я сантехник. Теперь я водопроводчик. Я должен пустить воду в Ферби, что ли?
пошло дело. И из-за этого я жопу рвал всю игру. У меня такой же в детстве был, только без аукса. Бедный Ферби. Покажи мне этого Шерби. Я из-за этого вот здесь. Дачное путешествие. Сладкая мамка. Ох, человечество. Что это? Это вещь. Ты закончил охоту. Возвращайся скорей. Следуй инструкции. Это все представление? Ты в курсе, я палец в мышь пихал? Ради вот этого? Ладно, я бы так засунул. Бедный Ферби. Иди на ресепшн, чё припёрся, зализанный. Хорошая работа. Поздравляю тебя, ты получаешь вот эту ручку от нашей компании. А как ты от тебя ты получаешь, дай 5. У меня нет среднего пальца. Представь, что это он. Ручка? А у меня 5. Ты еще недоволен, хочешь сказать? Вообще, если что, я все сделал, мне еще... Я понимаю разочарование. Чел, какого хрена мы все это делали? Ради ручки? И пятюни, даже не пятюни, четвернюни. Мне еще руку испачкали. Блин, это вообще лучшая вещь, я могу сувать ее себе в рот. Хочешь посмотреть? Ну, давай. Я сказал посмотреть, не трогать. Однажды ты сможешь стать величайшим мастером разума. И может быть, в один день ты тоже получишь ручку. Мы все сделали, херево ты, блин, очкастый. Да ты что? Сюда, я тебя сейчас надеру. Вряд ли я когда сюда вернусь. Пошли. Даже ручку не дали. Ай, ну что, ребята, вот такой вот звездец, что я могу сказать. Я все прекрасно понимаю, но что-то концовка прям такая разочаровывающая. Мы боролись. Следовали это непонятное измерение, эти разные этажи, этот отель, а в итоге что? Ручка и пятюни. Даже не нам ручку, а вот этому мелкому звездику, который вообще почти ничего не сделал. Несправедливость. В любом случае, спасибо, Валерий, за такой вот интересный экспириенс. Респект и лайк. Обязательно поддерживайте автора оригинала. Заходите на оба канала с реакциями, ссылочка в описании. Также обязательно заходите на Boosty, где много реакций по аниме, сериалам и прочее. Ссылочка также в описании. Лайк, комментарий и спокойной ночи, дружки-пирожки.